Кубок достался сильнейшим. Накануне в махачкалинском стадионе «Труд» состоялся финальный матч Кубка Дагестана по футболу. Встречались две сильнейшие команды – училище Олимпийского резерва Дагестана из Каспийска и Магарамкентские Леки. Кто в итоге занял первое место, расскажет Гамзат Нурмагомедов. Этого дня две лучшие команды республики ждали с апреля месяца. Одолев на своем пути всех соперников из Махачкалы, Избербаша, Хасавюрта и других городов, футбольные коллективы ОР Дагестан и Леки встретились между собой в решающем матче, чтобы выяснить, кто же является настоящим чемпионом в нынешнем году. Футболистам может быть только одно пожелание, да, как можно дольше обходиться без травм и играть в свой любимый вид спорта. Больше, наверное, хотелось бы обратиться к главам районов, если, конечно, они нас смотрят, да, главам городов, чтобы они обращали внимание на свои футбольные команды. С первых минут встречи инициативу на себя перехватила команда ОР, проведя ряд опасных моментов. Опытный Леки с достоинством принял на себя первый натиск соперника. Но не прошло и 10 минут, как ОРу все же удалось отличиться и выйти вперед. До конца первого тайма Леки не реализовала ни одного голевого момента, но пропустила целых 3 мяча. Вот они две ошибки мы пропустили, на вторую минуту забили гол нам, и еще там вратарь ошибся, пропустил гол. Вот, пожалуйста, первый тайм. И были у нас моменты в первом тайме, 2-3 момента были хорошие. И в конце первого тайма уже счет уже 3-0. Десятки болельщиков, приехавшие поддержать свою команду, напряженно наблюдали за игрой. За Леки приехали поболеть даже из Ростова. И хотя счет складывался не в их пользу, они верили в победу своей команды до последнего. Игра напряженная, но не хватает атаки немного, прессинга не хватает. Обе команды показывают хороший футбол, стараются ухватить, так сказать, инициативу в свои руки и пытаются что-то создавать, атаковать, создавать моменты. Но я думаю, будем надеяться, что Леки одержит победу, так как команда уже несколько лет держится на высоте. Во втором тайме команда из Магарамкентского района сохранила свое преимущество и, не теряя бдительности ни на минуту, сумела забить еще 3 мяча в ворота соперника. Решающий матч особенно насыщен моментами. Чуть ли не каждая атака завершается голом. Очень много фолов и эмоций. Ни одна из команд не желает уступать сопернику. Обескураженные и сломленные игроки Леки бились до последней секунды. Им удалось отквитать до конца финального свистка всего 2 мяча. Матч завершился со счетом 6-2 в пользу команды ОР Дагестан. Удалось нам забить все свои моменты. Практически все залетело в ворота соперника. Но счет не по игре. Тренер попросил команду соперника оставить без мяча, чтобы мы владели мячом, чтобы команда соперников больше двигалась без мяча. На этом фоне они устали, я считаю. И вот я же говорю, все свои моменты, которые у нас были, мы практически реализовали. Команда ОР впервые за свою небольшую футбольную историю завоевала Кубок Дагестана и взошла на пьедестал почета. Хамза Нурмагомедов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.